Всем привет, с вами Петрович. Игровой канал. Интересный мод с экскаватором и разрушение здания. Сейчас покажу в магазине. Так, вот этот экскаватор. FS Miner. Вот он, кстати. Так, легенд. Что там? Липхер. Так, что у нас там? Где еще дальше-то? Так, и у нас еще где-то были к нему аддоны. В категории прицепов. Кастом объект. Не то. FS Miner Creators. Вот. Эта штука Demolition Build. Demolition Bell какой-то там. Demolition Bell. И House. Разрушающийся дом. Вот он такого выглядит. Вот сейчас вот поедем разрушать. Находится потом после записи скину архив, ну, ссылку на архив, на этот мод. Помните, ну погоди, это штука. Сок заехал. Вот, чуть подлагивает немножко, но вот он точно разрушает кирпич. Правда, она как к нему подъезжать, она начинает лагать. Ну, лагучий мод. Да что, если что, извиняйте. Разрушаем.
немножко раскачать его, чтобы он... разрушает. Потом можно загружать, наверное, походу. Так, поднять надо. Так, какие функции у него есть вообще? Давай, подворачивайся. О, давай еще. Режь. Что-то у меня плохо поворачивается. Вперед, правильно. Она подлагивает немножко, сам мод лагучий такой. Немножко, извиняюсь, что может подлагивать, но мод лагает. Это сам дом, походу, этот. Отклик экскаватора такой слабый. Стрелой.
Извиняюсь, но что-то мне с мышкой. Что-то еле она как-то крутится. Ну, короче, так вот работает это все. Ссылку в описании потом оставлю. Этот потом дом можно будет, ну, разрушить полностью и вывести куда-нибудь на полигон. На мышке надо новую мышку компьютерную, что плохо работает. Не могу повернуть ее, ну вот он, вправо влево. Вверх-вниз поднимает вроде так, кое-как. Попробуем загрузить мышку. Давай, поворачивайся уже. Лево что-то не поворачивает. Стрелу не могу вот повернуть налево, направо, что-то странно. Вверх-вниз поднимается, а вот налево, направо нет, не поднимается. Ну ладно. Хотя так пускай. Так. Разрушает. Короче, разрушил дом, потом его можно будет вывести, это все. Гон. Пригнать. Самосвал. И все, можно вывести будет его. Мод очень интересный. Ссылка в описании отправлю. Закреплю на этот мод. Всем спасибо, всем пока.